Поехали с кузова. Да. Значит, по капоту нет абсолютно никаких претензий. Спускаемся ниже, мы видим, что вот эта фара, она была ударена вот в этот угол, и она смотрит вверх. Пластмасска, да, здесь, понятно, крепеж фары. Ну, это не крепеж фары. Короче, вот этим надо заниматься. Смотрим дальше. Симметрично здесь абсолютно та же фигня. Только почему-то, видимо, удар был вот в нижний край фары, да, она смотрит вниз. Тоже нужно заняться этим. Бампер. Бампер родной шницеровский, который нужно просто покрасить, да. Он, в принципе, в порядке, но некоторые места облупились. Поехали дальше. Крыло. Крыло, в принципе, в порядке, да. Гнили нет, ржавчины нет. Все хорошо. Смотрим дверь. Вы когда-нибудь видели у 3-4 вот такие двери? Чтобы не было вообще ржавчины. Вообще таких дверей нет. Красота. Пороги. Так, пороги. Здесь у нас, в принципе, тоже красотища. Здесь все чуть четко. Тут у нас что? Короче, здесь тоже красотища. Все в порядке. Все очень здорово. Ага, заднее крыло, да, начало ржаветь. Записали косячок. Отлично. Кстати говоря, заметьте эти самые шторки. Значит, задний бампер сразу идет на помойку. Потому что у него здесь вырезаны какие-то секции непонятные. Это типа тюнинг. На помойку сразу. Он бит немножечко. Задняя панель бита. Требует ремонта. Глушитель. Это родной шницеровский глушитель. Пердит замечательно. Так, бла-бла-бла. Дворник был потерян 100 лет назад. Еще прошлым владельцем. Мы не парились, да, ничего не делали. Ну да. Вот здесь отсюда должен вылезать омывайка заднего стекла. Но она не вылезает. Так, здесь что у нас? Здесь более-менее прилично. Тут, конечно же, присутствует ржавчинка немножечко. Ну, как бы и присутствует. И давайте закроем. И как бы она там. Она как где-то там. Так, здесь у нас что? Дверь. Здесь полный порядок. Все хорошо. Все хорошо. Закрываем. Обратите внимание, шторочка, да, присутствует, все здорово. Черный, в смысле, синий кожаный салон, вся хуйня. Поехали дальше. Что это? Это от полировки следы, да? Нет коррозии, все заебись, все хорошо. Что здесь? Здесь тоже все девственно чисто. Закрываем. На этом... А, нет, стоп. Крыша. На крыше у нас два... я не знаю, как это называется. Это для крыши. Для тхули, которые вот... Багажники. Или перевозить велосипед, или все что угодно. Плюс двойной люк, давай, который работает. Не, ну пока не надо. Давай мы все будем включать потом. Вот. Из косяков по кузову. Да. Вот сзади писька такая вот есть, которая начала пушиться. Вот эта писька, это от Жигули или от Волги. От Волги, да. Что-то она затыкает, какую-то штуку. Короче, вот здесь вот косяк есть, да, его надо переделать. Все, на этом разговор по кузову заканчиваю. Думаю, что нужно дальше продолжить с салончиком. Значит, начнем с того, когда человек открывает дверь, да, он видит дверную вот эту панель. Идеально. Здесь нет деревяшек, да, здесь все полностью пластиковое и все синее. Здесь также, заметьте, есть Hi-Fi. Максимум, короче, что по колонкам ставилось в эту модель, здесь, стоит здесь. Но, правда, не все это работает. Из косяков вот эта штука, она двигается. То есть ощущения очень приятные. Нужно этим заняться. А сидушки, я уже говорил, они не родные. Руль шницеровский родной. Чик-чирик. Руль шницеровский. Очень приятный на ощупь и маленький. А потом заведем, покажем все это. Панель приборов от М-ки. То есть это, наверное, тоже в рамках шницеровского тюнинга.
Накладки на педальки. Да, тоже родные шницеровские. Аналогично. Аналогично вот эта тема стоит здесь. А, что еще? В принципе, в салоне все очень и очень прилично. Да, здесь все практически прям как будто новое. Да, там здесь люк большой. Задние сидушки. Здесь все хорошо. Здесь вообще не к чему придраться даже. Вот. Магнитола какая-то дурацкая. Альпайка. Альпайка, да. Alpine. Вот. Колоночки. Обратите внимание, даже они стоят сзади в крыше. Но не работают. К сожалению. Вот. Короче, в салоне все в порядке. Здесь достаточно чисто. Да? И культурно. Поехали дальше. Короче, багажник у нас, по идее, с двумя. То есть отдельно открывается сам багажник, отдельно стекло. Но стекло не открывается вообще, да? Поэтому мы раз, чик-чик, электромоторчик открывает замок багажника. Вот у нас багажник. Здесь можно у нас, все это убрать. Здесь у нас комплект каких-то ковриков непонятных, да? Короче, багажник абсолютно стерильный, да? Здесь можно проводить операции. Вот. Косяк багажника в том, что а, нет вот этой панельки, и б, вот эту штуку вытягиваем, ну, соответственно, ее некуда втыкать просто, да? Втыкаем ее только сюда. Раз, воткнулась. Раз, убралась. Плюс здесь есть сетки от животных. Тут у нас куча всякого дерьма, там, наркотики. Шутка. Вот, здесь все хорошо. Значит, из косяков было что? Переваренные задние... То есть, видимо, машина была бита в жопу когда-то там давно. И переварены задние чашки. И не так давно амортизатор стрельнул в салон. Но это все сделано в МАДИ. Не будем это все доставать, показывать. Если вам охота, приезжайте, смотрите, доставайте. Поехали, смотрим двигатель. Кстати, под капотом мы не посмотрели. Посмотрим еще. Что пишет? Минус 35. Это у нас, понятно, косяк. Температура не работает. Опа, телефон. Серёг, вырубай. Да. Так, это у нас движочек работает. По холостым все четко. Не трясется, салон не вибрирует. Единственное, что здесь этот шницерский выхлоп, сейчас покажем, пердолит очень сильно. Мотор как мотор. М50. Но он тюнинный шницером, поэтому здесь не 2,5 литра, а может быть 3, да? Но никто не знает, сколько на самом деле. Это вам МАДИ. Вот. Работает. Короче, из косяков еще. У задней подвеска гидравлическая, да? И течет магистраль, которая от движка, да, от гидрача, джик-джик-джик-джик-джик, к задним колесам. Вот вроде как ее нужно заменить. Но это не срочная замена, да? Как бы машина ездит и так, прекрасно. Чуть-чуть подкапывает. На работу, Серега, обратно. Да, Серега подливает туда в гидрач жидкость. Раз в две недели примерно. Раз в две недели по сколько? По половине бутылки. А, забыл показать прекрасные шницеровские зеркала. Настоящие, родные, да, которые стоят кучу денег. Ладно, короче. Люк, который работает. Да, тут механизмы вперед-назад. Сейчас я... В общем, прикольно. Вот единственный косяк, который сразу надо делать, это глушитель менять. Потому что вот этот вот шницеровский пердеж никому не нужен. В общем, люк работает и все нормально. А, Серег, по электрике. Что там? Контроль там, вентиляция сейчас работает, вентиляция не работает? Вентиляция не работает. Вообще не включается, да? Да. Кондей не заряжен, вентиляция не хочет крутиться. Ну как бы не крутится, вроде как даже что-то происходит. Что-то происходит, но неизвестно что. Но не двигается, да? Воздух не идет. Понятненько. И кондей, соответственно, тоже не работает.
Вроде как должен, но не работает.